углу отдыхает Александр Червинский, в зеленом углу Марк Чупраков. А мы продолжаем. Я вам напоминаю, что после этого боя состоится розыгрыш, победитель которого получит уникальную возможность. Даже фанаты твои не оценили. Продолжаем. Веду пассивной защитой одного из участников. И в этом бою, ввиду остановки боя, а вовсе не ввиду победы супертехникой, кубок и майку получит Марк Чупраков! А мы предлагаем Марку сказать что-то в свое оправдание.